Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Да господи, как они поют, это неправильно, мне не нравится. Кто неправильно поет? Ну они обычно же по-другому же поют все эти песни. А сейчас они... Ну они по-другому-то. Ой, мне Юля смотрит. Юля, привет. Какая Юля? Ой, Рома твой смотрит тоже. Ром! Рома смотрит? Да. А, где-нибудь можно отдать? Смельчак. А у тебя есть с собой пауэрбанк? Нету? Нету. Вовремя. Ну, надо поставить. А тебе нету зарядки? Не, у меня зарядка есть. Только у тебя надо барби, чтобы развернуть, да? Да. Всем привет. И кто там? Не знаю. Рома! Рома! Юля, ты вообще в России или еще нет? Ну никто не пишет. Ой, кот. Да. Юля написала. А кот что делает? Юля, у нас тут не супер интересная трансляция, тебе так честно скажу. По чесноку. Я тут поняла, что через мой телефон все-таки нельзя заходить. Да капец, все. Почему через я через свой не могу зайти нормально и делать трансляцию? Вы Рома, ставь сердечки. Нет. Ребятушки. Ребятушки, тут ничего интересного. А, Рома даже не смотрит уже. Все. Больше нехрен. Меня смотрит только Верту. Это кто? Не знаю. А зачем тебе перископ-то, ты объясни? Смельчак 45 меня смотрит. Ну, в смысле, как зачем? Я бы пользовалась им нормально, если бы я могла. Ой, ничего, насчет себя сделала. Ой. Я думала, я сердечки себе поставлю, я на себя поверну. Вот, слушай, ты вроде не блондинка. Вроде школу закончила хорошо. А ты думаешь, что ты можешь сама себе сердечки в перископе ставить? Да. Вась. Можно я тебе фотку покажу? Нет. Здравствуйте, Иван. Кто это Иван? Не знаю. Покажи сиськи. Показывай. Не буду. Покажи. Я все-таки покажу. Я уже на тебя не смотрю. Так, на секундочку. А ты так не умеешь? Я второй не могу. Одна я могу. Нет, я все, я так не могу. И что ты делаешь в перископе? Слушай, ты подпиливала ногти или нет? Нет. Иван Миюсов. Сейчас ручка появилась, короче, чтобы делать эти. Ручка появилась, чтобы делать это. Ты себе сейчас сиськи снимаешь? Нет. А, свою бровь. Этот, ну типа, чтобы, короче, узоры делать бликами такими. Может, кто-нибудь что-нибудь напишет, и я буду что-нибудь говорить, а то мне так совсем скучно. Да ты, слушай, магнитный планшетник, помнишь, был? Детский. И мы там, короче, ручкой это рисовали все. Помнишь? Да, помню. Вот такая ручка, короче. Почему мне никто ничего не пишет? Так неинтересно, даже скучно совсем. И что бы ты делала? Вот есть у тебя перископ, и что ты с ним делала? Я бы что-нибудь показывала. Репетиции бы показывала, как я пою. Ой, мне сердечки ставят, так мило. Не знаю. Ну, посмотри. Можно это посмотреть? Арам теперь читает меня. Арам. Он появился на твоем профиле. Иди сюда, что ты там сидишь? Я не пойду к тебе, я сегодня страшно. Хотя я сегодня снималась, короче. Мы сегодня с Ромой снимали. Да, скоро выйдет новое видео на ютубе.
ты кто-то пришел? Нет, пугает меня, когда мне звонит рабочий телефон. Реалити квест выход. Екатерина, здравствуйте. Да, конечно. А здание, где проводится что? Квест. Да, да, все верно. Да. А у нас есть две локации, это бункер и психбольница. Две локации у нас есть, то есть две игры, бункер и психбольница. Ну, психбольница там, да, ну, бункер там, в преддверии ядерной войны вас поместили в бункер, и вы проспали 20 лет в состоянии анабиоза.